И всем снова здравствуйте, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И да. Пыш-пыш, ООО, мы убили ТРООО. Тролли должны быть уничтожены. Они отбросы общества. Они меня затралили, сволочи. Убью всех. Они меня какашками своими закидали. Это ужас. Пыш-пыш, ооо, тут стоит большой ТРООО. Так. Мочи, убивай, никого не щади. Бамс, 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 бамс. Рака-бамс. Неплохо. Вот видите, какой у нас мах. Воюет мечом. Хиляется на 205 хп. Руби Лонг Сворд. 100 атаки. Я прав? Просто Руби Лонг Сворд. Кстати, главного героя Brave Soul звали Руди. Ну, а тут Руби. Ну, там Руби тоже была персонажка. Ну, у нее не было меча, она, короче, сюрикенами фигачила. И такая была сиськатая очень. Ладно. Руби is set in the hilt of this beautiful longsword. Ну, не знаю. Что-то longsword, как longsword. Ну, в общем, в принципе, атака очень большая. В два раза больше, чем нашего. То есть для босса, как раз, если мы на босса натрапим, то есть раньше времени его найдем, то именно этим мечом я его буду убивать. Несмотря ни на что, потому что все-таки урон имеет значение, согласитесь. На боссе вот он точно имеет значение. Регенерация, вся кастрация и так далее. Это уже вещи второстепенные. Также нужно будет не забыть переключить, короче, медленный режим или как-то так все это дело. Ну и да, теперь мы идем сюда. Нам нужно всех... на уровне уничтожить нафиг. И так до 80 уровня будем делать. Я хочу полностью пройти, а не как-то там кое-как, скажем так. Ну, не знаю, что мне качать. Давайте уже... Мне надоело зельки качать. В принципе, и так зелек нам хватит. Хил тоже не хочу качать, потому что хил тоже у нас мощный. Типа заклинания я не буду качать, потому что я знаю, как они работают, и они дерьмово работают. А вот защиту, в принципе, ну тут далеко, а вот эту, например, эту и эту, чтобы три защиты получить, мы вкачаем. Так как атаки там уже практически не осталось, а защита все еще можно ее вкачать. Так, что тут за новые вещи? Pearl Bots. Три штуки. Офигеть. Офигеть просто. Зачем они мне нужны такие? Ну, не знаю. Может, кому-то и нужны они такие. Так. Видите, полное здоровье, полная мана. Офигеть просто. Ну вот теперь... Знаете, я ленивый. Я ленивый, реально, давайте дальше бежать. Просто пойдем дальше. 73, не 73. Крылья у меня есть, зелья у меня есть, все у меня есть. Идем, короче, дальше, не паримся абсолютно. Pearl Bots. Если тут будут гемы, то гемы, может быть, и возьмем. А так, смысл. Так. Во, Gold Shield начинает падать. Ну, плевать. Дальше где-нибудь, может быть, погриндим кого-нибудь. Чё-то мне надоело. Ну, просто до нового уровня 46 тысяч опыта. Я вряд ли их наберу сейчас здесь. О, нашел. Тут эти зеленые гиганты начинают появляться.
Уже по 50 голды дают, ну, 50 голды это очень мало. Ну, давайте кого-нибудь убьем, что ли. Вот этого чувака, тут сундук у него неплохой, вроде бы. И заодно проверим, видите? Я, то есть, спокойно после него отхиливаюсь. Shadowhot. Да, Shadowhot. Stealthy Warriors. Ну, если честно, говно. То есть, как для атмосферы-то оно неплохо. Но на деле, то есть, характеристики, параметры у нее говно. 3% типа уклонения. Ну. Неужели нету ничего, что даст больше уклонения, чем эта штука? Так. О, Lucky Wooden. Это у меня уже есть. Кстати, эти птички, надо будет напасть на одну из них. Проверить, насколько она сильна. Так. Вот, видите, запросто просто их выносим. Так, что тут дальше идет? О, тут уже выход. Но я бы хотел чем-нибудь перед выходом заняться. Например, вот здесь вот пройти и взять. Чё это? Рок Клеймор. Ну вот такой у меня есть уже. Кстати. Между прочим, между нами девочками говоря. Вот этот гем хочу взять, потому что статы все-таки нам нужны. Атака, естественно. Что я могу еще, кроме атаки, вкачать? Я же парадигм. В этой игре я качаю только атаку. Голосуй за атаку. Отаку, кстати. Есть же атаку, а есть отаку. Да, прикиньте, я знаю такие слова. Я великий анимешник. Шучу. Невеликий. Шучу, не анимешник. Ну, в общем, ни то, ни другое. Плевать. Не совсем ни то, ни другое, в общем. Как-то так. Убиваем детка. Это я не понял, это гном такой? Гном. Лаки трусы. Лаки трусы, круто. 20... Дроп ченс какого-то дерьма. А зачем? Зачем? То здесь получается, над нами издеваются, типа, вещи обычно с такими параметрами довольно редко попадаются. В Torchlight 2 я играл, там были, типа, вещи с увеличением дропа других вещей. Но, если честно... Если честно, там все не настолько было печально. И не настолько радикально, я бы сказал. Так. Лаки трусы. Эти детки, они меня выносят очень сильно, я смотрю. А птичку, она сильно меня вынесет? Так. Да, сильно довольно-таки выносит. Надо быть внимательным. Ой, а я ж мог и так пройти сюда. Без убийства этого чувака. Ну ладно. Зато опыта довольно много дают. Так, где это мы? Мы типа в заключении, в злоключении каком-то. Так. О, я сразу же могу выйти. Но кто сказал, что я захочу выходить? Я же вам не болванчик какой-то. Я не буду выходить, я буду здесь мучать бедных монстров. Кто защитит бедных монстров от ужасного парадигма? Так, здесь очень симпатичный проход, поэтому извини, чувак, но ты обречен. Так, ну да, ты погиб ни за что. Ничего не защищая даже. К сожалению, для тебя. Но не для меня. У-у-у, еще лут какой-то, ну нифига себе. Jagged Shield. Это, короче, заточенный щит. Или типа острый щит. Он, видите, дает нам всем кровотечение. Ну, понятно почему. Это типа как тарч кровожадности в Скайриме. И 7 атак, атаки тьмой. У меня, кстати, и так 7 атаки тьмой откуда-то есть. И 3 атаки льдом тоже откуда-то есть. Ну, неплохой щит. 53 защиты. Возможно, даже стоящий. Unicorn Boots.
Unicorn Boots. Чё они дают? 10% ППА. Ну да, это вообще отстой. ППО? Реально? ППО, вы серьезно думаете, что кому-то это нужно в данной игре? Видимо, разработчики действительно какие-то странные. Ой, а это 79 уровень, то есть на самом-то деле, типа... Типа, следующий уровень это или магазин, или босс. Вот как-то так. Ну, и раз я сюда типа попал, то туда идти смысл мне. Ну, давайте почистим, попробуем. Вниз тут есть проход вообще еще или нет? Есть. Как это ни странно. Тут еще какие-то странные мобы есть. Так, а что здесь вообще может падать? То есть, какие ингредиенты и все остальное? Юникорн какашка. Окей. В общем, я хочу этот уровень облазить. Мне интересно, что тут находится. Кристальные какие-то перчатки падают. Уже какой-то мега-супер-пупер-ут. А тут тупик. Ну офигеть. Странно сгенерировалось. Ну да ладно. Вон там какая-то дрянь лежит. Я не понял, что это за дрянь. Ну ладно, тут сюда теперь пойдем. Да. Я хочу еще полазить тут. Именно так. Ой. Блин. Два раза пришлось подлечиться. Эта дрянь сильная. Лаки-трусы. Замечательно. Это то, чего я ждал давно. Бамс, бамс, бамс. Дальше. Дальше. Один сундук. Рок Клеймор. Да, и ради этого я старался. У меня уже один есть. У меня даже есть вот такой вот Руби Лонгсворд. Лонгсворд. Как-то так. Так, и давайте почитаем. Год 24, день 1. Я не помню, типа, какой день сейчас. Типа, количество душ уже 976. 24 more and my demon will be conjured. То есть, 24... Еще 24, и мой демон, типа, будет вызван. Ну, давайте. О, я был прав, это, короче, босс. Ну, давайте, короче. Finally we meet. Ты, типа, слышишь? Или что? I've grown tired of waiting. Ну что ж, нам надо на самом-то деле переодеться. Давайте Руби Лонгсворд поставим себе. Это первое. Второе колечко. Колечко ставим Royal Ring, которое к атаке дает. Только не вместо Blood Ring, нафиг. Хотя можно вот так вот. Вот. Да. Теперь я готов. Я готов трахнуть сразу несколько котов. Battle Speed Slow. Вот теперь я точно готов. Хотя... Не. Давайте здесь еще сделаем. Поушены. Ultimate Potion. Значит, вот это вот убираем. Вот это убираем все. И ставим сюда везде поушены. Больше поушенов, богу поушенов. Large поушены, там 31, там еще какие-то. Так, 24. Ну, не знаю, вот так вот должно
прокатить. Ну ладно. Ну, это слабенько. Все, я убил. Я сделал, смотри, что я сделал. How about this, типа. Что насчет этого? Ой, птичка, как страшно. У тебя таких штук куча. О, там портал, вы смотрите. Вот здесь вот, видите, какой-то портал. Грррр. Тут вот эта какая-то штука. Она меня типа атакует, эта штука. Прикольно. Но я как-то не боюсь. Слезы дракона. ХП реген и фаер атак. Мощный очень. Неплохо. Fine, I'll kill you myself. Типа, я убью тебя сам. Зачем? Зачем меня убивать, скажи, пожалуйста. Ой, капец, у него там характеристики бешеные. Так. Так. Смотрим. Да он какой-то легкий, смотрите. Хотя, ну то есть, без зелий я бы, конечно, его не одолел. Но тем не менее. То, что я его могу одолеть зельями, это круто. Энаух. Что Энаух? Only one more soul was needed. I have no other choice. То есть он свою душу, типа, использует, чтобы вызвать демона. Дебил, что ли? У меня не будет следующего шанса. Дырка. Офигеть. Void Chauses. Что за Void Chauses? А что это за дырка? Я туда не могу, кстати, спуститься. А что за Void Chauses? Void Chauses, вот. Значит, Some Unsigned Leg Armor Enchanted with Powerful Dark Magic. 38. Но это не для моего класса, к сожалению. Что за дерьмо выпало? Go down to next floor? Ну да. О, демоны какие-то тут. Слушайте, а магазинов тут случайно нету? Я бы хотел магазинов. А, и точно, и магия. И да, и кольцо тоже нужно. Вот это сюда. Значит, Rock Claymer или что-то такое. Вот, Recharger. Recharger, он, короче, стандартный. Вот, заменяем. Так, и, собственно, вот это вот все удаляем. И добавляем магию всякую. Fairy. It's magic. Так и так. Что ли, какая-то новая музыка тут играет? Да. Какая-то очень тихая. Это то, что я знаю о ней. И все. Так, слезы циклопа. Атаку очень сильно повышают. И прикольно, в общем-то. Демон-миньон. Нифига себе. Слушайте, 4. О, Берсерк Блейд. Нифига себе с демона, что падает. Мне бы какой-то магический. Ну это, конечно, жесть. Жесть. Давайте все-таки поставим. Ну у меня выбора просто нет. Другим я их тупо убивать не смогу. Мне пришлось даже на этом демоне использовать, типа, ну вы поняли. Ну вот этих гигантов я то запросто распотрошу. Тут что такое? Ну,
Неплохо. О. Ну, здесь мы все равно не пройдем, поэтому давайте вот так вот откроем. Soul Reaper. Soul Reaper, причем уже зачатенный. На плюс 15 хп регена, 95 атака. А здесь 105. Ну, это лучше. Это лучше, да. Вот такие вот дела. Бамс. И теперь еще. Хочу еще. Хочу смеяться 5 минут. I need more. More. Что за ингредиенты тут падают? Интересно мне. Ну, там вроде бы есть какое-то продолжение, поэтому давайте попробуем сюда теперь. Убей его. Да. Убей. И все. То есть не сюда. Но демонов лишних убивать, я думаю, не стоит. Или стоит. Придется. Вот. Поэтому и не стоило их убивать, потому что все равно придется их убивать. Так. Так. Как бы я здесь без зелий, что бы я делал? Я приготовил для босса, а тут после босса, оказывается, еще хардкорщик идет-ка такой вот. И уже фиг отхилишься. Сто девяносто пять. Ну тут вроде, да, такие вот дела. Могу обойти всех этих гадов. Void Wit, и вот тут. В принципе, очень интересное место. А вот там что? Кто-то... А, это вот эта ж птичка. Типа там тоже одна есть. Так. Птичку убили. Птичку убили! Да. Ну, этот самый легкий. Из здешних мобов это самые легкие. И теперь мы можем вниз, да. Я могу вниз. Ура. Ой, тут больше демонов. Хорошо. Еще демонов. Больше демонов нужно. Даже не знаю. Теперь я думаю над тем, чтобы деф качать. Или хотя бы отхил увеличить. Ну, хотя атака все равно нужна. Атака ведь все равно нужна. У меня 226 атаки, но я не могу убивать этих монстров. Как так? Как так? Скажите. Что за изверги могли такое сделать со мной? Так. Хорошо хоть, что я вот вкачал все это. Living Countless. Какие-то дающие бонусы магам. Так, 6 этого и 3 этого. Crafted from leaves and vines of rare and magical plant. 26. Значит, 5 этого дают. Здесь 3 MP регена и 6 HP регена. А у меня... защита у них больше. Да. Они атаки не добавляют, ну как бы МП, манапоинты. Стоят они дороже. Стоят они дороже. Но они же изначально зачарованные. То есть это логично, по идее, должно было быть. Не знаю. Очень спорно. Очень-очень спорно. Учитывая, что меня очень сильно фигачат, то мана бы мне не помешала, конечно. Но 12 атаки. 12 атаки я терять пока что не хочу. Зачар, в общем, у них не очень. А так нормальные. Да убей ты уже. Руби Лонгсворд очередной. Хорошо. Ну сюда явно ж нужно сюда.
Если не сюда, я сожру что-нибудь свое. Так. Какой-то лайт, что-то там. Да, это сюда нужно было как раз идти. Ну, отлично. Я, правда, не знаю, что мне нужно делать. Он, типа, вызвал демона. И тут, типа, я должен искать демона. Но зачем? Зачем мне его искать? Ведь если он, типа, где-то здесь, то он... Он мне не мешает, пока он здесь. Как-то так. Так, а тут зельки крутые, наверное. Кирка? Реально? Ну вот Large Health Potion, это уже неплохо. А вот кирка это отстой. Ну, зелек у меня, конечно, много. То есть, надолго хватит. Даже при том, что я их здесь трачу очень активно. А здесь вообще можно пройти. Jagged Shield. Заточенный. Monster Soul. XP бонус. Нифига себе. XP бонус дает. Душа монстра. У меня у самого душа монстра. Find Mithril Boots. Мифриловые сапожки уже появились. А вот это я и не понял, что это за штука такая. Их тут дофига много. И, кстати, карты большие, я заметил. О, тут еще какие-то секретки. Нифига себе, то есть... И опять воет Чаузес. Да. Lightning Crystal. Wind Attack, Light Attack. Что-то говно. 980, только 20 осталось, еще осталось. Я сделал вещи более опасные. To speed things up, что-то. И типа, я не собираюсь прекращать все сейчас. Как-то так. Очень странно. Тут рыцари? Реально рыцари? Ну, хорошо. Хорошо. Не будем смеяться дебилами. Так. Ни хрена себе он какой мощный. Ни хрена себе. Мне бы опыта тогда уже дали. Не зря я защиту прокачал, реально. Без хилок здесь вообще никак. Хотя тут неплохие тоже артефакты всякие падают. Void Ring. 10, 5 и 10 децимейта. Кстати, децимейтом можно тут неплохо так орудовать. То есть он... Это хорошая штука, децимейт, скажем так. То есть это атака, урон, который проходит через любую защиту. То есть если ты дезимейтом 10 ударил, 10 урона, то будь уверен, этот урон дойдет к адресату. Именно 10 урона и получит тот, кого ты им атаковал. Ну и, пожалуй, на этом я закончу серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.